Всем доброго времени суток, меня зовут Владимир, и вашему вниманию я предлагаю урок по созданию шины в Rhino. В этом уроке вы увидите способ, который позволяет легко контролировать процесс создания протектора. Можно в любое время вернуться после этого и доделать или переделать его. Это не составляет никакого труда. И также в этом уроке вы увидите, как можно в Rhino накладывать текстуры. На этом все. Всего доброго.